Добрый день. Здравствуйте. Вот. Помогите. Хотели бы видеть вашего руководителя. Он в отъезде. В отъезде? Да. А когда будет? Сегодня будет. А имя отчество у него как? Николай? А вы как бы, ну, вы приглашены или нет, по собственной инициативе? Мы по собственной инициативе хотели познакомиться. Ну, вы приехали не в урочный час. Почему? В смысле не в урочный? Мы приехали в рабочее нет, время. Нет, ну просто его сейчас отъедете. А имя отчество можете подсказать его? Ну вы же знаете. Ну а вы можете назвать его? Что здесь такого секретного? Ничего, Куликов Николай Николаевич. Куликов Николай Николаевич. И то есть. Вот вы зачем меня снимаете? Ну вы на рабочем месте. Мы на своем вот рабочем месте. Поскольку да. Я госслужащий, я на своем рабочем месте не могу давать никаких интервью. А я интервью у вас не прошу, я вас спросил просто, как зовут начальника. Николай Николаевич, спасибо. То есть, ну, сегодня он будет, да? Будет.